А в Шымкенте бизнесмен вымогал у чиновника крупную сумму. За солидные деньги он обещал не предавать огласке данные, которые могли бы опорочить руководителя одного из государственных учреждений Туркестанской области. Как выяснилось, речь шла о государственных закупках. Бизнесмен принимал в них участие, но проиграл и заподозрил в этом потерпевшего. Свое молчание бизнесмен оценил в 50 миллионов тенге, но получить их не удалось, потому что чиновник рисковать не стал и пошел в антикоррупционную службу. Что хотел рассказать общественности подозреваемый в вымогательстве, пока остается секретом. Мужчина был задержан при передаче 45 миллионов тенге, из которых 40 миллионов были муляжом. Дело зарегистрировано по статье 194 УК РК. Ведется досудебное расследование. Выясняем, причастен ли он к похожим преступлениям.